Паникуйте! Их беспечность играет нам на руку. Чего вы ждете? Уничтожьте их! Враг дрогнул. Воспользуйтесь его слабостью. Осторожно! Выходит, от тебя есть какой-то прок. Что за жалкие неудачники? Я привел тебя к славе. Купайся в ее лучах. А ты не такое уж ничтожество. Какое безрассудство! Исцелись, пока еще можешь. Исцелись живо! Не подведи меня своей нелепой смертью. По праву сильного я принимаю власть над этими наемниками. Тебе нужна моя помощь, так предсказуемо. Да. Я сейчас выиграю эту битву за тебя. Меня ждут более срочные дела. Я должен отступить, и все по вашей вине. Ходячее разочарование. Враг оказался проворнее тебя. Быть может, это тебя хоть чему-то научит. Забвение ждет. Страдать. Клинки. Кровь. Слабые. Падут. Месть. Забвение ждет. Они будут страдать. Кризал Ток Ара. Слабые падут первыми. Месть сладка. Мне никто не указ. Мои клинки жаждут крови. Не могу пошевелиться. Свяжитесь с остальными и расскажите о моей славной победе. Ожидаемый результат. Их силы тают. Докажите мне, что достойны. Почти умер. Продолжай стараться. Это все, что ты можешь, лекарь? Я встречал более достойных лекарей. Ты достойно служишь своему владыке. Молодец. Давай скажем так. Мы заключили еще одну сделку. Временно. Хорошо. Беспрекословно прими мою власть, и я позволю ко мне присоединиться. Все, кто против меня, уже обречены. А твои желания меня мало волнуют. Не давай врагам пощады. И не жди ее для себя. О, враги не устоят передо мной. Мастер эволюции. Думаю, ты мне пригодишься. Вот ты где, Артанис. Затерялся в бескрайних просторах космоса. Твоя сила может оказаться полезной. Твоя жажда власти напомнила мне об одном боге. К слову, сейчас он мертв. О, королева клинков. Надеюсь, ты оправдаешь свою репутацию. Ты? О, я полагаю, это шутка. Это ты. Какая досада. Ты можешь пригодиться. Хорошо. Тамплиер... Я полагаю, ты собираешься заговорить наших врагов до смерти.
Хоть в ком-то я наконец почувствовал пламя. Надеюсь, дальше будет интереснее. Так вот, значит, кого почитают тамплиеры. Это многое объясняет. Тиран? В этом мире закончились достойные союзники. А, понятно. Прислужница Керриган. Могучий зерк. И кому же ваш род прислуживает в этом месяце? Конфликт неизбежен. Готовьтесь к бою. Вы готовы? Или будем дальше терять время? С такими, как ты, мне говорить не о чем. Избавь меня от этой болтовни. Да. Несомненно. Да, кажется, ты мне нравишься. Неожиданно. Мне на тебя даже смотреть больно. Добро пожаловать в стан моих врагов. Ох, какое искреннее удивление. Довольно, ты скверный актер. Любопытно. И как твой вид выживает в естественном отборе? Лучше направь свой гнев на наших врагов. Воплощение злой и жестокой силы. Жаль лишь, что разум твой настолько ограничен. Да, тебе не спрятать свою слабость за громкими речами. А, будет интересно на это посмотреть. О, непременно. Уж это я гарантирую. Так это была попытка сострить. Так тяжело порой следить за мыслями низших созданий. Ты мне даже нравишься, земноводная. Идем, и добьемся возмездия вместе. Ты только тратишь мое время, а я очень-очень занят. Идем, нас ждет победа. Моя судьба не связана с твоей. Я иду своим путем. Радуйся, что еще можешь приносить хоть какую-то пользу. Увидеть? Я сам их не свергну. Избавь меня от того шума, что ты зовешь речью, примат. Да. Если бы я хотел слушать пустую болтовню, остался бы с Артависом. Никто не вспомнит твое имя. По праву ритуала Ракши, теперь я, владыка. Ты мне не ровня. Впрочем, чего я ждал? Какое страшное разочарование. Пустая трата времени и сил. Артанис, я ждал большего. Я почти заинтригован. Королева, познакомься с моими клинками. Ты не стоишь моего внимания. Твоя целеустремленность впечатляет. Изначальный зерк, как будто это тебя спасло. Слава победителю! И это все, что может предложить этот мир? Великий Тассадар, спаситель тамплиеров. Смотри, до чего довела тебя гордыня, тиран. Неудачное у твоего правления начало, Загара. Похоже, я переоценил тебя, темный прилад. Узрите могучего зерга, которого я убил. Тянем до последнего, значит. Удача мне улыбнулась. Разве мне что-то могло грозить?
Мне не хватает маны. Недостаточно маны. О, нет. Нужно больше маны. Ваш владыка вернулся. Нет. Да ты верно шутишь. Это слишком нагло даже для тебя. Не смей отдавать мне приказы. Союзник дрогнул. Недопустимая слабость. Я не смогу держаться вечно. Сколько мне еще ждать? Где вы, слуги? Владыке нужна ваша поддержка. Почему мы еще не нанесли здесь удар? Снесем их цитадель и покончим с этим. Подчините наемников нашей воле. Этот форт не должен существовать. Эта башня даст нам преимущество на поле боя. Принесите хоть какую-то пользу. Захватите это. Захватите цель, или я заставлю вас страдать. Соберите это сейчас же. Это соберете или вы, или враг. Если хотите умереть, вам сюда. О, не ввязывайтесь в этот бой. Сосредоточьтесь на чем-то более полезном. Держите здесь оборону. Убивайте всех, кто посмеет к вам приблизиться. На защиту цитадели! Сейчас же! Защищайте наш форт! Не подведите меня! Это строение для меня ценнее, чем вы все. Защищайте строение, даже ценой своих жизней. Защищайте союзника, или я должен все делать сам. Защищайте союзника. Разочаровать меня успеете в другой раз. Захватите сторожевую башню и лишите врага обзора. Я что, сам должен сносить это строение? Обрушьте это строение, а с ним и все их надежды. Уничтожьте их союзника, пусть страдают. Устраните их союзника, я и об этом должен напоминать. Враг бежал в ужасе, лишь завидев меня. Так предсказуемо. Враг пропал. Не попадитесь в его ловушку. Видите этого героя чудесно? Теперь убейте его. Я в пути. Постарайтесь не умереть. Скоро я окажу тебе честь своим присутствием. Бегите! У вас это как раз отлично выходит. Я повелеваю вам отступить. Ослушаетесь, умрете. Скажу просто, чтобы вы поняли. Двигайте это. Быстро. А все это уже давно нужно было доставить. Сдавайте накопленное. Немедленно. Сдайте те крохи, что умудрились собрать. Разговариваешь с владыкой. Служить мне. Ты разговариваешь с владыкой? Как ты можешь мне послужить? Ты ищешь мудрости? Судя по твоему виду, не зря. Или, может, хочешь бросить мне вызов? Ха-ха, конечно нет. Таким, как ты, на это сил не хватит. На твоем месте я бы поостерегся щелкать по моей броне. Кто знает, что будет, если уколешься. Нексус. Здесь смешались время и пространство. Даже разные миры. Как в дешевой фантастике. Ничего нового. Когда-то первого владыку спросили, где наш дом? Он указал себе под ноги и ответил, там, где я. Эти слова стали законом, который мы чтим до сих пор. Зачем возносить почести павшим в битве? Славы достойны те, кто их убил. Разница между тамплиером и талдаримом очевидна. Чтобы достичь сердец своих воинов, тамплиеры используют красивые и складные речи. А мы — клинки. Цепь Вознесения придумали не сразу. Мы пробовали многое. Признаюсь, даже карусель всевластия была довольно забавна, но как-то не прижилась.
Бесплатные игры — это иллюзия, которую сильные придумали для слабых. Ну, так говорят. Значит, это твое любимое занятие. Только представь, чего ты сможешь достичь, просто перестав по мне щелкать и занявшись делом. Чем наглее ты становишься, тем страшнее будет твоя кара. Талдаримы называют свои миры в честь памятных событий. Тогда почему Слейн, спросишь ты? Назовем это трудностями перевода. Мне надоели владыки миров с их нелепыми заданиями. Да и кто они такие? Владыка здесь один. Я. Все, хватит. Я создан властвовать, а не развлекать. Никак ты не научишься. Надо же, как быстро ты теряешь хватку. Быть может, отдохнешь. Слабое, никчемное создание. Ой-ой-ой-ой. Какое жалкое зрелище. А, снова ты. Вижу, мои уроки не помогают. Не всякое постоянство похвально. Хватит приставать ко мне, насекомое. Я устал тебя убивать. Ну и что тебе дают эти бесконечные смерти? Низшие послушники и то опаснее в бою. Мое возвращение предвещает их гибель. Да, верный выбор. Это было неприятно. Не подведите меня снова. Ваш владыка вернулся. Моя месть не заставит себя ждать. Если хочешь танцевать, танцуй как бог. Темный бог. О, вы не представляете, как трудно уворачиваться от своих же шипов. Меня утомила наша беседа. Ступай. А, я неясно выражаюсь. Мы закончили. Говори. Обращайся к владыке с должным почтением. Пусть это будет тебе уроком. Не подведи меня снова. Кто справился с заданием? Хороший слуга. Ты ждешь похвалы. А зря. Быть может, я недооценил тебя? Хотя нет, я был прав. Умно. Я буду следить за твоими успехами. О, надо же. Я и не знал, что могу стать еще сильнее. О, да, одобряю. О. Это станет достойным воплощением моего гнева. Приемлемо. Смелый выбор, но не самый плохой. Познаешь ярость. Подойди, встреться. Иди, умри. Ты познаешь мою ярость из первых рук. Подойди и встреться лицом к лицу с Алараком, владыкой Талдаримов. Беги прочь или умри. Меня устроят оба варианта. Вы все недостойны такого правителя, как я. Ты? Я надеялся на большее. А, это ты? О, перестань. Щедрость — это скрытая жажда наживы. Наконец-то. А, это мудрый выбор. Испытание? Ха-ха, хорошо, я пройду его. Похоже, мне есть что тебе показать. Бездействие — признак слабости. Тебе что-то нужно? Давай, не тяни. Что ты делаешь? Хочешь что-то обо мне узнать? Сделай это в бою.
Я все прекрасно вижу, знаешь ли. Спасения нет. Я смерть. Я разберусь. Кто напоит мои клинки? Спасения нет. Ха-ха-ха. Я ваша смерть. Перебить. Серьезная ошибка. Я бросаю вам вызов. Слишком просто. Позвольте вас перебить. Сразитесь со мной. Даже в смерти я остаюсь победителем. Славно. Я так хочу. Выбор очевиден. Очевидно. Вперед. Желания совпадают. Лишь потому, что я так хочу. Наши желания совпадают. Выбор очевиден. О, я согласен с твоим решением. Таков путь к вознесению. Хорошо. О, предсказуемо, но эффективно. Вперед. Моя воля непререкаема.